Герой чувашского эпоса «Улыб» попал на сказочную карту России. В культурно-туристический проект входят 44 персонажа из 28 регионов. У каждого героя своя легенда, исторические корни. Автор проекта – московский журналист Алексей Козловский. Собрал и представил на карте сведения о местах рождения или обитания сказочных и былинных героев. С мая по сентябрь прошлого года на сайте Республиканской детско-юношеской библиотеки проходило интернет-голосование. Жители Чувашии должны были определить, кто из героев нашего фольклора достоин представлять республику на сказочной карте России. Среди финалистов были Пенислу, Юман Батыр и Улыб. Согласно одной из легенд, чувашский народ ведет свое происхождение от Улыпа-великана.